Эти ребята занимаются боксом половину своей жизни. Каждого из них в 6 или 7 лет спортивную секцию привели родители. Спустя годы тренировок парни показывают неплохие результаты на ринге. Открытое первенство Заволжья по боксу, казалось бы, рядовое соревнование районного этапа. Но именно на таких турнирах и закаляется характер молодых бойцов. Ребята получают соревновательный опыт, общаются друг с другом. Да и тренеры могут оценить подготовку своих подопечных. Вы знаете, даже несмотря на то, что это районные соревнования, это открытое первенство района. То есть здесь приехали гости у нас из Кузнецка, из Сызрани, то есть Самарской области, и со всех районов. Поэтому мы с тренерами встречаемся на каждом турнире. И везде общаемся, проговариваем, приглашаем друг друга на те или иные там мероприятия. Это спарринги или какой-то турнир. Первенство проводят уже в 17-й раз. В турнире участвуют спортсмены из ведущих боксерских клубов региона. Молот, Феникс, Рингстар и многих других. Бокс – это преодоление страха. Так считает заслуженный тренер и мастер спорта СССР по боксу Сергей Михайлов. А если преодолеть страх на ринге, то и жизненные трудности будут быстро решены. Я думаю, на этом 17-м турнире мы не остановимся. Будем продолжать, будем жить и будем воспитывать молодое поколение боксеров. По итогам турнира спортсмены получили медали, кубки, грамоты и призы от главы администрации Заволжского района. Анна Тищенко, Алексей Шишов, Улправда ТВ.